моя улыбчивая гостья Светлана Сакаева. Светлана, доброго дня, как настроение? Доброго дня, настроение замечательное, очень интересная выставка. Много интересных поставщиков, с которыми, надеюсь, мы будем сотрудничать. Про выставку мне, в принципе, все более или менее известно. Но вот с вашим профилем мы пока еще не знакомы, поэтому расскажите, какую компанию или какую услугу вы представляете. Я коммерческий директор компании SV Consulting. Занимаемся мы продвижением продукции производителей малого и среднего бизнеса в торговые сети. В основном мы работаем с региональными розничными сетями. Наша база состоит из 120 сетей партнеров, с которыми мы непосредственно сотрудничаем. Поэтому мы находим новых производителей, они нас находят на сегодняшний день, и мы помогаем им поставить их продукцию на полки магазинов как федеральных, так и региональных сетевых. В какой момент обычно производители начинают к вам обращаться для того, чтобы правильно продвигать свои продукты и услуги? Тогда, когда их коммерческие отделы не могут достучаться до коммерческих отделов тех или иных сетей. Есть какие-то фишечки или лайфхаки, или какие-то особенности работы с вашей компанией для того, чтобы те самые производители, которые уже с коммерческим отделом решили, что им пора правильно двигаться дальше, расширяться, масштабироваться, что нужно для этого сделать? Для этого нужно обратиться к нам. ISV Consulting компания, контактные данные я могу оставить, и связаться со мной для того, чтобы я обсудила условия работы. Что нужно от производителя? От производителя мне нужно понимание, куда он хочет, зачем он хочет, может он или не может туда, куда он хочет, и что он готов сделать для того, чтобы его товар продавался на полках тех или иных сетей. Ну, в случае чего, если бриф не сформирован или сформирован неправильно, вы сможете его направить. Мы помогаем полностью формировать непосредственно коммерческое предложение, указываем на те ошибки, которые существуют, делаем анализ продукта благодаря некоторым сетям, с которыми мы также сотрудничаем, они нам помогают направить производителя в ту или иную стезию, какому покупателю нужно подготовить тот или иной продукт. Что можно пожелать всем посетителям выставки и всем производителям, которые еще не масштабировались до нужных размеров, но очень хотят сделать это с вашей помощью? Я хочу пожелать, чтобы они, создавая свой продукт, понимали, что он, для чего он, кому он, и, исходя из этого, соответственно, изготавливали его с душой, с любовью и продвигали его до конечного покупателя. Вот так вот все, казалось бы, очень сложно, на самом деле все просто. Обращайтесь к Светлане, если вы не знаете, как масштабироваться или как организовать свой бизнес, то Светлана точно знает.